на общем учете по электроэнергии, 26 общежитий на общем учете по воде и 21 общежитие на общем учете по газу. Это все дает довольно приличные убытки из-за того, что население не платит, если платят, то в пределах 70%, поставщики нам выставляют 100%. И ежемесячно накручивается это все, ну, накручиваются долги. Так как не были в 15-м, 16-м и 17-м, да и в 18-м, не были вовремя оплачены налоги, естественно, налоговая выставляет нам, помимо того, что тело налога, еще пени и штрафы, и у нас за этот год получается почти 4 миллиона убытков только за счет этого. Мы содержим, из-за того, что у нас дома на общем учете, мы содержим абонентную службу. Это бухгалтера, это и электрики, и слесаря. Общежитие – это дома, в которых есть места общего учета, это туалеты, коридоры, которые обязаны обслуживать мы, ЖЭКи. И не так, как в квартире, что жилец отвечает за все, за это отвечаем мы. Естественно, мы держим техническую службу по ремонту, по обслуживанию этих домов. Хорошо, отвечу на вопрос. Когда вы планируете закончить абонирование вообще? Вы работаете с местным департаментом ЖКХ по персональному абонированию? До конца года должно быть переведено из 34 общежитий, должно быть 20 переведены. На сегодняшний день по 6 уже ставятся счетчики, документация подготовлена. И до конца года должны 20 общежитий быть переведены. Остальные остаются на следующий год. Выход вашей убыточности, вы видите, ну, персональный счет? У нас нету. Для того, чтобы эти дома и гуртожитки могли как-то существовать, их надо перевести на прямое абонирование, ну и как был разговор, потом отдать территориально тем ЖЭКам или управляющим компаниям на территории, чьи они находятся. У нас во всех 4 районах разбросано. Это есть. Ну, добавить, да, никакой выход из убыточности здесь не будет. На складах этот предприятий банкротик, мы переводим дома на прямое бронирование, отдаем эти нормальные ЖЭКи, либо курс состоит жителей СНГ, там для нас большинство бумаг приватизировано. К сожалению, над этим вопросом надо поработать, потому что приватизировано порядка около 30% всего лишь полностью всем общежитиям. То есть надо людям дать возможность приватизироваться, уйти из свободное плавание. Как только мы переводим на прямое абонирование дома, мы снимаем из баланса гуртожитки, и гуртожитки это станут на банкротство, потому что 27 миллионов долга, я считаю, это глупо носить за счет расходов бюджета. Ну, с каждым годом будет увеличиваться, правильно? Да, да, естественно. Долг только растет, к сожалению. Нам надо всех разделить этих сиамских близнецов, чтобы каждый из них отвечал за себя, за свою конкретную электроэнергию, чтобы Облэнерго имела конкретные договора с каждым из них. Потому что это основная причина задолженности, это потребленная электроэнергия. В связи с этим арестованы счета, насчитываются штрафы, пени, ну и... А сейчас какой смысл в том, что вы просто на балансе сидите? Да, дома, да, на балансе. То есть вот только в этом, да, причина предприятия, да, существования? Дома на балансе предприятия, все приборы учета на балансе предприятия, все договора по этим приборам учета заключены непосредственно с этим предприятием, и Облэнерго, и Водоканал, и Облтермоэнерго, и ТЭС, все договора тоже там. Основная надо людям на эту возможность каждому платить за себя. Причина перекрытия дорог вот, представителями. Ну, то есть сроки последующего, так понимаю, да? Да. Основная причина перекрытия дорог представителями гуртожитка это то, что они, часть из них людей оплачивают, все их оплачивают долгами в полном объеме, но светом отключают полностью людей. А почему не все общежития, чего еще 6 осталось? У нас остальные переведены уже на прямое абонирование. Хочу сказать, у нас только гуртожка есть, какие-то марки, если мы обновили. У нас также есть уже, как я вчера носился, прикладывал 45 домов. По которым работает бактериологное прямое абонирование. Теперь они могут в СНГ перейти, да? Они в СНГ могут перейти, но людям проводить прямое абонирование сделать. У нас есть дома, да, где приватизированные комнаты, но прибор учета один на дом стоит всего лишь.
Можете сдать ИСМД, там было бы... Нет отношения между потребителем и облэнерго. Есть отношения между предприятием и облэнерго. А отношения потребителя с предприятием. Предприятие потребитель не выплачивает, следовательно, предприятию не из чего платить, и отрубают предприятию, а не конкретным потребителям. Поэтому единственный способ это провести абонирование, чем мы сейчас занимаемся. В следующем году закончим эту процедуру, и больше вопросов с отключением электроэнергии всех художников просто будет. Просто не будет. Я так понимаю, через год этого предприятия уже не будет, да? Ну, думаю, что после проведения персонального абонирования мы начнем процедуру вопроса. Так? Персональное абонирование будет только по электрике, и по газу, и, ну, и по воде. И газ, и вода в основном подключены к местам общего пользования. Поэтому там, персональное абонирование сделать как такое невозможно. Может, там будут, может быть, по этажам сделать. Да, поэтажно делается, да. Поэтажно. По газу мы работаем. То есть, если этаж действительно не имеет возможности по газу, то есть еще возможность подключения этажа, там, где есть газовые плиты, чтобы этаж пользовался газом. Если захотят, 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 если захот